ебашит. Сейчас дискорд линкану. Рыбка хорошо ловится. Принимаем сумон. Все, лок вынест. Там где сумон. Спек на всего ДК. Потому что танк есть. По дамажу. Чек на пул. Так, давай-ка. А, ладно, два танка пускай будет. Все запускаю. Что тебе угодно? Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда. Ты тоже танк? Я ДК. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, палач. Спекайся в ДД ДК. Глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! Власть льда убери. А он не скорбит вообще? Верно. Что-то потопал четвертый по урону. Удивительно. Такое может быть вообще. Эта лужа меня задолбала. Сейчас за мной гоняет. Снабольду в кучу свою, но увешу. А
он еще в рейде снова. Че ты там стоишь в рейде? Ну и стой. Второго забери. Там ДК. Да, я просто. На него кинется, на Локи еще. Лок сразу в ДК бегит. Ну, со Снобльдом как, нормально берег? Ну, пацану нормально, он прыгает, веселится. Токсин на нас, пошли к черепу. Этот огонь к нам. Хорош, разморозился. Ля, куш. Сейчас умрешь. Ты дискордовал, который с лучата взял? Странный шаман какой-то. Лужа веди. Тут у нас кислота. У тебя брызги будут по рейду, милики, приготовьтесь. Отбежали друг от друга, отбежали. Быстро, быстро, быстро. Хорош. Зеленую пошли бить, а огненную. Проще говоря, череп. Брызги разошлись, разошлись уже. Хорош. Сейчас зароется, короче. ДПС ни о чем. Лужа. Под мордой не стоим. А вот этот гейм на ману есть или нет? Ой, ну да. Гейм на ДПС не помешал. Спасибо, ДЦ. Забирай ДК. Я прям рядом с ним стоял и не сдох. Так ты, шаман, в следующий раз подбегай под босса, не прыгай там, как не знаю кто. Выведи жопу босса. Расплющит сейчас. Нормально. Нихуя, он что-то высоко, да? Хуяр ему в пятки, ну вот. Выведи жопу. А, слышишь, Лимон, он разговаривал с Белкой позавчера. Она, короче, знаешь, что не приходит?
Егор, Егор, типа, с работы уволился, едет домой, типа, иначе скоро буду поиграть, типа, я так понимаю. Смотри, он наперед, короче, бежит как по взлетке, набирает высоту. Ну, я сомневаюсь, что они там будут играть, конечно. Сомневаюсь, что будешь играть, что будет играть Егор тут? Играть здесь, на этом сервере. Чертёж, мертёж. Чем могу быть полезен? Сейчас у нас кузнецов. Вильфред Непопамс призовёт вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Мосса выиграл. Так, там на ДБшника одеть что-то. Сквозь меткость. Чё там, а, Жорик? Ты гопнул меня. Благодарю, Верховный Лорд! А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером. Угораю с этого гнома. Ты покорен мне, демон. Ничтожный гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Перед вами Джарацус, эредарский повелитель пылающего легиона. Чего без команды роздаю? И кто просил вас роздавать на этом боссе? Да ты бежишь, ты цел. Че он с меткой бегает? Пизда. Стой, меткой надо бегать. Ханту сейчас не помешало. Хан, ты в луже нормально себя чувствуешь? Выбежал. Из нее строит, стреляет, блять. Ты че? Дурачок, что ли? Помнишь, как ты говорил, сохранил лужные люди? Ну ты видел, блядь, из лужи хуяры. Да я видел. Ай, блядь. Простреливает, перс дергается, нахуй, он простреливает. Вот хорош, молодец. Вот хорош, нормально. Выступили, и Рингел не бегает, надо... Да не бегает, ты хиль себя! Не бегает, а захилит надо. Линия захиливает. Там 20 секунд дается хила, захилить метку. Ну, похвалить там, что творит, что непонятно. Если не захиливается, она взрывается и бомбит по рейду. Очень больно, кстати. Где реваншот? Не захилил ваншот всех, кто... А, всех, кто зацепил, короче. Каст, шамбей.
что, давайте вторые ворота, что ли? Ачивку сделаем с двумя госпожами. О, шикарно. Знаешь, что я хочу на будущее? У тебя такая штука, как шкаф. Ставишь, допустим, сюда шкаф и пару метров отходишь, и просто блинком. Круто, да, Натан? Шейка. Шкаф, портал. Ну и все. Одна кнопочка всего лишь. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов. Кулуши. Хантаура. Хант, ты тут? Он спрашивает, кому? Напиши ему. Кому? Так. Он Лекуш тоже вроде роли. Смотри, у тебя 15 был ром, у Лекуша 88. Зачем Хант роли лучше? Рольте свой лут по классу, по капам. Зачем Хант роли там пушей, я вообще не понимаю. Блядь, зачем смотри, вы, опять этому вару отдается. Короче, Хант. Все остальные. Сейчас будет групп лут. После Аниксии будем разруливать. Это из-за Ханта, можете его поблагодарить. Ой, то есть лут ответственный. Ну, после Анубата или не он? После Аниксии. Еще на Аниксию надо пойти. Просто на раз 10 обычка, да? Герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Вот он и нидает на мастерство шеи, он хочет мастером быть. А кто там вышел? Эршам. Значит, Хант. Маг. Шипе. Коли пал. И Рога твой. Убивать будем первым Коли пала, потому что иначе мы ничего не сделаем. Шамана будет контролить. Будет контролить внимание. Кто будет контролить? Мосса. Мосса будешь кидать вихрь на шамана. Шаман это. Луна будет. И шаман будешь кидать проклятие жабу. Вот. Ну и остальное по ситуации. Фирлок можешь кидать. Прист может фирить толпу. Чек на пол. Первого убиваем звезду. А этот, кто там, ДКшник же еще есть. ДКшник танк, который ты тут. Слышишь меня? Ты, да, ты в рейде стой. Я притяну в центр, ты с центра в рейд Холи Пала и будете там забивать. Все, Лимон побежал. ДЦ умеешь диспелить массовым рассеиванием? И вообще диспелить? Давай, хорошо. Гасите, дурака. Косты сбивать с нет небеса взять. Добейте, добейте быстрее. Диспель бабл. Блять. Ну диспель, ДЦ, что ты не диспелишь? Понятно. Звезду бьем. Бомжи, блядь, пиздец. Давайте падаем. Мат, что убил впал. У меня на бабы КД был. Сорян, тупо 2 секунды не хватило. У нас БР есть. Поднять, подходит. Падайте, встаньте на месте, не бегайте, ничего не делайте. Хант ему поебать, он будет бегать сейчас до пизды. Встаньте на месте, блядь, ждите, пока вам дадут пизды эти ебаные мобы, которые умнее вас, блядь. Лут поставил с групп лута, сразу сейчас вайпаться начинаю. Они будут сейчас
Давай, это мост резать. Убежали остальные все быстро выйдут. Диван, ну кота жопу не защищает. Добрый день. Заходим в речь. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Хуесалка нахуй, давай беги. Хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться за твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Он декап пришел. Во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Где Лок? Вылетел? Лок, ты где? Его нет здесь. Он ДК возьмет, говорит. Лык. Ёбаный рот. Плохо, что без Лока. Хотя у нас рейд, это не СПДшный. Куча не идет. Жди с умонем. Кого ты взял? ПК. А, лист взял, да? Тынк, да, тык. Че, есть на сумане? Ну идите тыкните, блядь. А лист, ты в дискорде? Нет, наверное, еще. Так, надо подумать, как нам сделать. Чё, Лимон, думаешь? Ты в этого ТДшника, в ретрика, наверное, попробуешь, да? Она в этого, в ДК. Давай, кстати, хочу попробовать. Ну, она хочет лог, рога, пусть рога ему шпадет. Потом. А другого не будет сегодня десятки? Завтра будет. Ну, вон, пошли. Ну, согласилась, я, короче, спеку. Кто там вышел, блин? Блин, ребят, вы уже добрали, да, один человек? На свет выбил. А который лоб говорит? Да, да. Блин, что у вас на этом? ДК. Короче, там ДКшник и рога. Смотри, ты сиди в РК, мало ли кто отвалится еще раз. Такие отваливания идут. Видишь, что три человека в каре, два в каре поменяли, один уже выкинет. Может еще кто вылетит. Надо дерево, наверное, бить. Дерево, потом шамана. По контролю. Так. Лимон, ты пока ретрик. Мой. А, ты пока протопал. Не знаю. Я ретрик. Не спекаться? Не знаю, может я спекнуть, будет больше толку. Я ДК подержу. Давай. Алиса тут? Пока нет. Черный
хуяет, нахуй, не забудьте это слово. Так, я притягиваю звезду, и потом вы притягиваете куда хотите. Притяжки разумно расходуем. А, каски пораздавайся. ДКшника, мы брали. Все, пошли, будешь ждать. Еще раз, тяните еще раз, где там ДК? Помогай мне тоже с треугольником доучить. Видишь, какой охуевший. Меня хант валит. Хант валит. С бог дай по себе. Захиливай себя. Не, вроде мало это. Вы убили звезду? Там добейте. Он ветрах. Бомжи, ёбаные, блядь. Как так? Иди отсюда. Ебать, ты гонишь. Мосса, резай его. Хотя не, нахуй надо. Вы ханта бьете? Ну давайте, убивайте. Потом ебаный кружок бейте. Вот он хилит ваш кружок, блядь. Контроль, фир ему дай. Там никто ничего не даст, блядь. Все, кружок бейте. Тяните его куда-то туда, там, блядь, к дверям. Хули вы сюда подошли так близко? Не снова хантовать. Это что, притяжка сейчас такая была? Угу. Бля. Это вот непонятно, блин. Ты уешьте их вместе. Я левую пью воду, правую вас хилю, блядь, мышка. Поэтому люди падают. Не в полную силу играешь. Ты отдал третий дп. Подожди, если не ошибаюсь, у ШП есть этот страх, типа, фир, или это не у них? Ну да, у них, да, у всех крестов, кстати. Так он, ментальный крик называется, да, если не ошибаюсь? Так а чё ты не использовал, не юзал? Юзал? В тучку надо было уходить, когда тебя били просто навсего. Ментальный крик, не знаю, защита от страха. Боже, я до сих пор помню, при престом 100 лет не играл. Да будь ДД. Но у него одного заканчивается. Давай. Привет. Знаете, вы классно. Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети. Жуткие валькиры.
крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Берем черную. Череп танк кто? Подождите. Я не хотел бы поменять. Блин, стекал, блин, с этим с жуком. Сейчас секу. Во имя темного повелителя. Я понял. Во имя короля Лича. Вы умрете. Вар, ты тут? Ты что, постоять пришел? Он стоит? Я его в рекаунте не вижу сейчас. Вот только автоатакой начал бить. Где мана кончилась? ЦЦ. Что Дим на ману дал? Напишешь? Переходим или нет? Ой, ты где? А, свет поменяй. Двор цвет не меняй. А выпускает сколько? А ты с пятой? Я знаю, что ты будешь делать завтра, если пойдешь сыграть с Куриком. Мага будешь моего в вагоне 200-го. Изи. Кому не надо персонажа? Сейчас быстрый старт есть, много кучи персов на X1. Могу по дешевке за пачку сигарет отдать аккаунт, чтобы перенести сюда. Да, аккаунт это понятно, их можно взять. Просто качать их заебешься. Хлопот много. Так зато 80-й, где профы просто уже фуловые даются. Хоть что-то. Ну это да. Мне бы там на их один столько. Смотри, 7300 дал. Нихрена себе. Без камней, без черов пополам. Кто дал? Я 7300, смотри, ДПС. Да. А есть какой-то рекаунт их поглощения, мне интересно? Как дела? Вар 236. Ну, есть у тебя хилы и поглощение? Есть. Кинь, пожалуйста. Хилы и абсорб, или как он? Сейчас погоди. Угу, нормально.
Вон лента ноути. Нормально. Какие-нибудь это ретрика сделаю, я что-то ворваться буду на 14к. Минимум. 7300 уже в таком говно шмоте, без сетов, ну без... Это ж скид. На целка ты будешь давать 4-4,5 по боссу. Я еще из танка груди бил, охренеть, ДДшн не поставил грудь, пипец. Короче, шмут был. Три танка шмут. Две. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели... Аэрпауза хорошо работает. И разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти... Мост, да ладно, что ты? Поменяем. На он не поменяем. Сложи ледяную скорбь, и я... тебя Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Босс, я тебе сейчас помогу, помогу. Я перфул до дэшмонки. Просто слетела эта экипировка, много вещей менял. Сейчас восьмерочку выдам. Мосе красава, 16 кандал. Один же жук вылазит, ну и все, нормально. Да. Че, у него танка? Угу. Ебать, Хант, ты как ДПС дает? А Хант какой? 234, ты как ДПС. Ну, вот. Ну а че у него автоматическая стрельба на втором месте, залп, разрывной. Просто он... Не жмет ни проки, на ну, а он не поменяю, это же на, только надо. Штаны и устойчивость. Че там еще устойчивость? Устойчивый хан. Пуха, кистевая, устойчивость одна с критом. Да тут не в камнях дело, хан, тебе капы нужно собирать, чтобы ДПС давать. Устойчивость грудак, устойчивость наручи, устойчивость плащ, устойчивость плечи, это ПВП хан. А босс... Ну чё, ДК, я думаю, потанчит жука в соляр. Тут не надо думать, он потанчит. Отлично. Запускай. Бейте этого большого пидора. А уешь? Я не достаю. Так подойди, ёбаный по голове. Откуда-то там я не достаю. Мужика убили, на луже не выводи, с лужи не выводи. Чё ты дрочишь его туда сюда? Это она специально так делает? Она старалась лежать и босса на лыжи держать. Правильно делает или что? Видишь, она отходит, чтобы жук отходил. Главное, чтобы перед мордом не стоял никто, а так можно. А так отойдет под клип и пизда нам. Жука быстрее будет. Дай бог. Надо, заводится. Тихо,
починили уже, не выйдет он. Надо переводить. 40% убили, сильнее босс. Добейте трэш. Полячки не так. О. Жука. Ой-ой-ой, жук на мне. Ну. Убили уже. Забери с меня. Шаман, давай рост. Не слышит нихуя, да? Напишите в чат рост. Жука теперь бьем. Жук, если выйдет, бьем босса, переводим 5%. Чтоб взрывания не было. Если жук выйдет, его убьем, когда переведется босс. Хорош. Жука теперь играем. Вот он на это. Потом босс. Сейчас добиваем босс. Дружинки отбиваем. Надо цен. Что с вами? Сашка, давай. Зайти на ТЦ. Шамана, шамана хил. Всем привет. Здорово. Здорово. Изи, изи-бризи. Вообще. Куда ты? Мы уже прошли кару 10 и прошли их 10. Щит и... Ладно. Вон, вару отдай, вару вроде нужен был. Че, давайте паролем. Не убегайте, не убегайте. Подождите, еще лут был. Там кому надо, давайте паролем. Я на ретрик нашу сейчас скажу. Звезде обмен. Так, хант. Топор надо кому-то? Так. Вот это тоска пвпшная. Хант, надо тебе? Обмен звезде. Так, огнестрельная тебе еще. Кожа и кинжал остается, это не надо никак, вроде нет, вроде. Обмен кинь. Где хант? Ты не хант. Сейчас ханту дам. Хант, короче, твои шмотки уйдут через 5 секунд, если не кинешь обмен. Че ты сел? Может, он не в 10. Нет, таких ДПСеров, я думаю, не нужно брать. Чё мне арпал? 241, блин, 4К дал. Еле-еле, с натягом 3939. Другие ребята и того меньше. 3600, 3100. Лок, ладно, там 5800 дает, норм. То есть, ну, как минимум два человека не выдают ДПС за свой класс. Хант так точно, он и ПВП одет. Вар, не знаю, атака ближнего боя, на первом месте казнь, превосходство. Все равно мало, ниже 4К, у меня протопал дает 4К. Ниже 4К ДПС, это ниже танка. Протопал там ДК 2-3К ДПС. Кожа вот это надо кому-то? Ну и ткань. Смотри, для РБД хорошие руки с меткостью.
Присту можно взять, кстати. Тут больше никому не коняют шамана. Еще не говно. Ой, бля, их все долго, нахуй. Там РС-ку хочешь через 10 минут собрать? Понял, сначала надо убить. Стоит на 14 часов. РС, я что-то путаю. На 16 вроде. Пошли на Оню. А, РС 10, 16.00. Перчи дал. Плюс Оня. Поехали на Оню. А, хватит ДПС-то таким рейдом. Лок тут? У нас всего 43 тысячи. Да, да. Пошли на Оню. Так. Громовой утёс. Полетели. Быстренько на Сумон. Лока Сумон не начинает. У нас 15 минут, чтобы он не улетел. На мути проводишь моток побольше. ПБ собери хотя бы 50%. Будешь дамажить уже шестерочку, семерочку. Капы там посмотри. Просто в ПВП вообще не опыт. Там тоже походу и винар надо затанчить. Что-то с антифиром. Что? А, пошли да пусть танчит. Там у нее игру, агро получше. Ёбаный в рот. Ой, а у кого чарка на плечи для ДД? У этих... черных? Ходоры. Это рыцари черного клинка вроде. У ходоров. Да, брось, какой ходоры, блин. Цены ходора. Добрый охота. Бля, ладно. Не, ну серьезно, я бы слетал, сейчас чарку взял. У кого это чарка? Я говорю, цены ходоры на плечи. Да не может быть. Голова, серебряный авангард. Серебряного, скорее всего, что-то врешь мне. Да, блядь, ну, серебряный там на танка на голову. Вы что, куда-то пошли там? Да, пойдёшь. Да, мы пошли. Ну, вы куда хоть пошли? Что, пойдешь на фулл-рейд? Потом РС, 10-5. Так вас вон собрали же народ уже. Да, может кто-то отдохнуть хочет. Лякуш, ты тут? Давай в ДИС посмотрим. Да там у вас 10 есть. Давай, заходи на хорика. Да Лякушу, может, шмот нужен? Да не, он покинул дискорд. Он вообще офнулся почему-то. Ай, Ромик, лесу. О, он офнулся, ничего себе. Сейчас убьем за 5 минут, понял. Кэш проверит и зайду. Угу. О, героические рейды, что-то новое, да? Да, там открыли РС 25 гер, РС 10 гер. Понерфили ЦЛК, возможно, добавили баф. Нужно будет сходить посмотреть, я пока еще. Да, ну, если баф добавили, то что мы там 30-ку будем давать? Так, если добавили бафы, во-первых, для нас это, ну, если хоть как, хотя бы да, какую-то сложность представляла, сейчас будет ППГ на 12 боссов. С учетом того, что какие там 240-е мы пришли на лича, да? Сейчас вообще будет легкотня. Конечно. Не добавят, да, ну да. Хватит, да, после рейда будет, перед РС-кой, наверное, да? Хочешь слетать проверить? Да, хочу слетать проверить, да, туда идти. Слетать. На ХП боссов там посмотреть тоже. Ну, блин, я тут грузиться буду, ну минут 5, наверное, патч этот ставит. Ты грузись, мы пока к камню летим. Мы летим, угу. Все равно. Давайте я пока покурю и подойдусь. Это патч прими, ты докури. Да как он грузится, у меня сам патч. Я туплю. Вот уже пати вырисовываются с дамаговым 70к. Чем меня бомжа поменять и норм. Я, наверное, на этом, на трэше вот. Или как, или ДК все будет, соляру танчить? Да ДК, конечно. Давай, я посекаю. Что там танчить будет? Пятерочку дам. Надо было перчи взять. Блин, так жаль, что я на Вальке забыл 4 этих танка шмотки сменить. Я бы, наверное, 9 выдал с
с этим исполненный ретро-шмот. А чё с ней? Шредер-то в дисе? Донесешь заход в дис? Палики стоят, так что едем сами. Что, кстати, вчера прикольно Роми, было. Роми, туталики, первая кат. Да? Да че я сделаю? Первая да. кат. Не могу, я, видишь, гружусь 22 из 23. Я говорю, вчера-то прикольно в ЗАС ходили. Прикольно. Особенно, когда аликов толпой били. Нормально, ты видел, как я ворвался? Ударная волна просто. Ну там, я говорю, они просто в шоке были. Этот еще петух на камне стоял, как он там оказался вообще? А это прыгаешь с этого, я там тоже оказывался. Короче, там горочка рядом есть, с нее надо прыгать. Третья ката тут, он нас размотает просто. Езжайте сюда, где вы все? Кто-то ливнул, что ли, чешу? А, это же Роме надо взять. Заходи, где ты там? Да, грузится там. Че, обновление есть? Ну, патч грузится, но. Так, шаман. А по нерфили-то вот целка, вот пишут тут, короче, героические сложности, 10-25 и все. То есть не норму. А что понерфили, блядь? Сука, я понерфил варов. Ебать, тебе понятно, что я понерфил, блядь? Ну, сука, что? Просто так. Тупые. Так написано. Также по ЦЛК, десятка героическая и 25. Вот понимаешь, вот это пустая информация. Ты знаешь, как я, блядь, насрал. Меня интересуют цифры и конкретика. Да, вот я. Поэтому, чинжлок, блядь, дайте ссылку на чинжлок и все, и хватит. Я пока в этом какого. Пока там обновляется, я буду в форуме читать. Есть чинжлок. Я смотрел уже, блядь. Там бред какой-то вообще. Тупые люди, блядь. Понерфил, пишут какую-то херню и все, но там больше ни цифр нету разве? Нет, там просто написано понерфили то, о, спасибо, бегу за чешкой, там всякая фигня, короче. Ну, что конкретно, давайте спросим разработчиков, что именно вы изменили, что увеличили, то есть список изменений, чем жлоб, блядь. Я помню доту, когда обновлялась. Карта Dota, блядь, на Warcraft еще сидел, охуярил, где каждый чинжлок я сидел, вычитывал, блядь, с английского, ну, что-то переводил, что-то понимал. Каждый чинжлок вычитывал здесь, я один раз зашел, посмотрел на обновление, думал, идите на какими обновлениями, вот, мы изменили Dota, а что именно, посмотреть. Непонятно. Да, Dota, когда обновляется, там вообще жестоко расписывается, там, если читать все, это вообще устанешь. И еще один челик. Все, сейчас захожу. А ты чё, Лимон, где вчера был-то? А где? Ну, мы, блин, думали, ты с нами пойдешь. Чё вы делаете? Да, пойдем. Мы же завтра ходили. А, да не, я решил. Мой моб кого-то пиздит. Мы там Маликов, короче, разбомбили. И это... И за три босса убили. Прист, ну как так? Как это ты делаешь? Или Агри? Это не я, если что. Ну а почему моб на тебя пришел? Я не знаю, я прыгнул так же, как и все оттуда. Он шейн хилился. Кто-то пошел мобы пиздить. А, это мой пред за Агри. Почему он пошел на Приста? Здесь вообще тупые мобы эти как они на захил агрится, короче, там хил мог что-нибудь накинуть, но если смотрит,
когда хил, ну, как бы, превосходит, на хила кидает. Точно так же в ВВК. РДДшники, говорит, на хилу часть раз убили в прошлый раз. Ну, можно пати кидать. Пусть они там. Что-то по мобам нет урона. Бьют пет на игроке. Пол хилов, уровень угрозы максимальный. А что у нас на второй базе, кто будет? Только шаман лупить эту карту дракона. Им кота подкидывать. Там это там Элем. Элем есть, кто еще? Лок. Лок. И все. Да. Ну и хватит твоих. Ну и ты молот еще кидаешь. Ну, на двоих десяточек. Какой молот он на 20%? Я героический бросок кинул раз в минуту. Я там койл покидал. Роме, ты уже 259-й? Ну это получается этот другой шмот. Вот сейчас одену, будет больше. 261-й. В смысле? Вы 261-й? Да, у меня 3-4, 4. Две обновлены, две печеньки уже обновлены. А ты именно тестишь Т4 или нет? Да-да-да. Я понял. Быстро, я каски. Ну чё там, где танк, чё не танчит? Поварам дайте чё-нибудь. А по ДК каску, он стоит, танчит, не хочет без каски. Ибо не по ДКшникам каску. Поварам так и никто ничего не дал. А кому ты нам? Сколько ты уже ДПС даешь, ссылка? А там когда как? На ребре вроде. На ребре 15 вроде. Он подбирается к среднему в 14 сейчас. Да, уже чешка воля есть. Вообще. Видишь, крита еще не хватает, вот надо троллейбой. А я вчера троллейбой сролил, короче. Ну я сказал, типа, что на ДД иду. Троллейбой сролил, пурику отдал. За кому нужнее, тебе там нахуй не надо. Не, ну вообще-то типа идет троллейбой, это как Глор. Ну, Эрпалу, да, там, конечно, автоты галимые, то, что там рейтинг пробивания, брать. А троллейбой, кстати, он с сундуков падает. Да, пост там не подходит, как Эрпалу, это шлак. А вот пуликом вообще зачетом пойдет. Не, вообще, если так судить, то вот грань носит ретрики. Но опять же, когда не выпала другая, то есть, как бы носить все равно можно, но фурику оно приоритетнее будет, чем тебе. Ну да, да. Игра, блин, тупо два сундука, два второй или боя выпало. Я думал, с каждого сундука разный вот. Нет, это по-разному. Бывает шлак падает, бывает реально тупо. Это как в этом, в 25-ке. Две... Тут два плаща упадет одинаковых, блин, на кораблях особенно. Прикинь, если две воли упадет. Две монеты выпало. Помнишь? Ну вот на танка две монеты, но было. Давно вообще. Чтобы двое счет выпало. Кому счет надо, тоже шлак. Хилам, хамам. Аэртруиду ну, только, да разве что, с чего-то. Ну, как переходный тренинг сойдет. Ты. И то, мне кажется, утешение павших. Эрдруиду. Это нет, это если утешение. С ней погонять. Не, я вчера с Ришамой хилил, он с иллюжином почти классный Ришам. 264-й. Я даже не знаю, кто вчера вообще хилил. Знаю, Лачдан и кто-то еще был. Я видал, там скелеты сидят, отдыхают. А, Скифон же вчера был. Каску там кому-то надо. Вот ДЦ есть. ДЦ это хорошо. Что, потом ара здесь обычка, да? Ага. А что интересно, что для РС-25-ки, что надо? Гер.
Я думаю, Зуламан, наверное. Так Зула, без Зулумана никак вообще. Тут надо Зуламан ложить. Надо сходить проверить. Сейчас рейд закончим, проверим. Сейчас этот закончим, резку сходим и отдыхаем перед викликом. Там 3 часа с 16 до 19. Да надо РБК понести. Может РБК сходим, да. По вагоне. 25 хм лич нужен для резки? Да, а ты да. Чё? Ну да. Ну брось, ёпта. Ну так резко это тебе не... Серьёзно? Это тебе не ППГ, это сложный инст на самом деле. Там и сетап очень строгий. Чек на пул, чё вы стоите-то? Хоть бы сказали, РЛ гуляем. Ой, пресс. Близко к хвосту не держитесь. Не держитесь. А чё, давайте рост сейчас тогда. Зачем? Потом вообще мы не сможем переходку убить, блин, два человека будет. Да? Так два человека им рост, думаешь, поможет перевести босса? Конечно, поможет. Это я сомневаюсь. Моса рвет, бейте сальву в Мосе, сейчас дам. Кот рвет у ДК Агрос, объясните мне. Ты за Роми еще сорвет. Я уже сорвал под дыхание. Все, хорош. Мне прям дыхание в лоб. Большие, значит. Убиваем сразу милики, приготовились отбегать, если не будут кастовать. О, у нас танк Нага. Я не танк, я АДК. Ну и войско, короче. И сейчас дадим его ей сюда. Хорош, давайте, и все, и пошли в воню. Блин, прям из лужи вывело все. Заводи сюда большого. Чем его заводить? Он сейчас вдохнет в нас и умрем. Я говорю, у вас-то что будет, нет? Да сам не вниз. Видели обнову, да? Что? Ну, нерв. Целка 25. Нерв? Еще один этот мастерол. Чего нерфишь ты? Чего понерфили там? Отбежали милики. Целка 25 хм. Да ладно. 10 хм. А чё понерфили там? Я вот не это... знаю, что понерфили, там вот, не знаешь... пишут, что понерфили. Так вот, знаешь? Это знаешь, это как сказать, я насрал. Ну молодец, а где ты насрал, типа? Ну, воняет, но я насрал, типа. Блять, куда отбегать, я не знаю. Но... Короче, по центру идет. Когда у кого-то будут цифры, что именно понерфили, то это скиньте ссылочку, пожалуйста. А ну, так это ну, что-то. Да скажет, да, сейчас, да, мне кажется, да. Нет смысла. Нам-то вообще пол. Скоро спускается, пол большого. Большого заливаем быстро. Может еще мелкие успеют выйти. Бля, че я сдох? Весь. Под кливом стоял, все, вот ты сдох. Ага, на туре. Мусор ресни по-братски. В точку его сводите, мобо. Нам спасибо за хилти. Разовьешь большого, разворачивай. А, я делик-то не взял, вы чё, упали что ли? Да, в 25-й сделал. Твои проблемы, ты виклик будет позже. А чё мы туда идём сюда? Ну, меня выгоним. Дыхание. Опять по центру. По центру. Так же. О, не пришел, ворвал. Фаза, фаза. Реально вообще. Моба убивает. Моба убивает. Всех большого босса танк ловит. Танк с большим здесь стоит. Сейчас босс на нас пойдет. Таунти, таунт нажимай. Лока убьет, блядь, с одного удара. Все, пока не бьем его, пускай ведет. Прожимаемся. Руни такой. Вообще ворвал, кто, блядь. Рыли ты, блядь. Вообще, РЛ, блядь, это. Нага, ты чё там под хвостом бегаешь? РЛ спит в роме. Я фиряюсь, Под этот, старайтесь, если танка зафирит, и вы вышли с фира раньше, типа, под морду старайтесь не попасть.
Ну смотри, как танк летает, капец. На расщелинах, где лава выплескивается, там не стоит. Расщелинах. Смотри, они здесь. Все, ворвались, ворвались. Давайте бегом, лям, положим быстро это. Фир, фир. В трещинах не стойте. Все, вообще молодцы. Так, голова Никси. Нормальным пацанам. Сумка. Тоже нормальным пацанам. Так, самоцветы. Тоже нормальным пацанам отдаем. Такая шапка на ткани. На кого-то, на шамана. А это кольчуга. Не, прист баран, этот, братан. Это лопук. Шаман кому-то. Чего, ну шаман тебе надо? Заберу себе мешочек с самоцветами. Я такой самоцвет устрою. Так, шаман. Давай шаману, шаман мне, эту чернокнижника тоже мне и пуху мне. Чернокнижнику, вот эту тему. Вопа, норм. Я на танк все такую взял. Буха, буха. Буха тебе, да, ножником нам надо, распыляй. Дов нет, ок. Так, давайте, давайте. Мешочек с самоцветными ролями. Голову и сумку я себе оставлю. С какого хера? Ну, потому что там тринька падает на танк. Так, Роми, давай, блин, мешочек. Один ролей. Подожди, я кину ролл сейчас. Войт полчаса назад. Я анроллы не люблю, анроллы для педрил. Войт в настоящее время. Сумку и мешочек я оставлю себе. Два камня. Да мне в тот раз изятинка забрал. Топовый этот, триня на танка, он забрал петушара из гильдии ливнул. Я его вагонил целка 10 оп. На ретрик и все взял. Ну взял и взял, что такого, выиграл. Что дальше, куда идем? Все, отдыхаем, сейчас РС здесь тёп будет. Че, 5 минут или 10 отдохнем, да? Погнали-ка посмотрим этот. Нету РС... там бафа. Нету? А че понерфили тогда? Это боссом или че? ХП, может, понизили, да и что? А, да я все равно в гер не пойду, это лучше не убить же. В смысле, туда нет идти.